Амир уже довольно-таки долго находился в пути, и Зихара попросила остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить. «Амир, смотри, какая тут красота! Давай устроим пикничок!» «Амир, дамы, я в вашем полном распоряжении!» Зихра покормила осечку, и та убежала собирать цветочки. Амир прилег на колени Зихры и снова начал издалека рассказывать о своей насущной проблеме. «Зихра, я скучаю по тебе, даже когда ты рядом!» Зихра гладила его по щеке. «Что делать? Скучай тогда!» Посмотреть 337-ю серию с русскими субтитрами вы сможете после 2 мая.